Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Письмо Татьяны к Онегину могу рассказать, даже проснувшись посреди ночи. А знают ли жители Одинцова творчество Александра Сергеевича Пушкина? Сейчас узнаем. Я помню чудо мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Вот, а что тебе нравится в творчестве Пушкина? Что для тебя это значит? Мне нравится его искренность, то, как он описывает любовь. Это очень красиво. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры. Навстречу северной авроре звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные блестела. И ты печальная сидела. Очень люблю, когда царевич Елисей ищет свою невесту, да, и вот он к ветру обращается, да, соответственно, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Вот это прям вот, ну, просто вот эта вот поэтичность, вот это красивое образное изложение, конечно, оно всегда, не знаю, вдохновляет, что ли. Что для тебя значит быть причастным к такому великому творчеству нашего поэта? Я не знаю, это вот как бы честь такая будет. Вот я... Ну, не знаю, вот это не передать словами. Он памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. 225 лет исполняется со дня рождения великого русского поэта. Жители Одинцова Пушкина любят, читают и восхищаются. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».